ВОН считает лидерство Казахстана бесспорным. По мнению международных политиков, наша страна стала автором многих важных резолюций, которые способствуют сохранению мира и безопасности. В них вошли инициативы президента Нурсултана Назарбаева, озвученные на 70-й сессии Генассамблеи ООН и политическом обращении к Совету Безопасности ООН. Во всеобъемлющую стратегию предотвращения конфликта впервые по инициативе Казахстана включено и нераспространение оружия массового уничтожения. В нашей стране прислушиваются в этой авторитетной международной организации. За годы независимости Казахстан проделал стремительный путь от обладателя 4-го в мире ядерного арсенала до страны лидера глобального нераспространения. Поэтому инициативу нашей страны о провозглашении Международного дня действий против ядерных испытаний в Организации Объединенных Наций высоко ценят и отмечают каждый год. Я хотел бы отметить реальную роль Казахстана в мировом глобальном процессе. Открытие Международного банка ядерного топлива стало важным вкладом вашей страны в укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения. И лидерство Казахстана очень важно для сохранения мира и безопасности на планете. Страны, которые обладают ядерным оружием, должны понимать, что это большой риск. Мы обеспокоены тем, что это оружие массового поражения может попасть к террористам. Это очень опасно для всего мира, и мы вместе должны не допустить этого. Ядерные страны должны следовать примеру Казахстана, благодаря которому мы теперь каждый год отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний.